икра. И рыба камчатская вновь гостит в Соликамске. И, кстати, здесь можно купить не только икру, но и другие дальневосточные деликатесы. Чевыча, белорыбица, палтус, нерка, тунец, белуга. Доставляется рыбка прямиком с Камчатки, без глубокой заморозки, что позволяет сохранить все полезные свойства и вкусовые качества. Коптятся деликатесы только на натуральных опилках – яблони, вишни, ольхи и груши. Привезли вам всеми любимую чевычу. Это гордость Камчатского края. Она очень нежная, очень полезная, богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Очень вкусная, очень нежная рыба. Более 35 видов рыб, слабосоленая, горячего и холодного копчения. И, конечно же, красавица, всеми любимая красная икра. Аромат не передать словами. Будем пробовать. Начнем с красной чевычи. Очень вкусно. Сейчас расскажу о пользе. Мясо чевычи содержит полиненасыщенные незаменимые кислоты, которые активно участвуют в метаболических реакциях и стабилизируют работу центральной нервной системы. Неудивительно, что такая рыбка так полюбилась горожанам. Каждый раз, когда приезжают, покупаем здесь. А какую рыбку посоветуете? Чевыча я беру. На выходные приезжают внуки. Хочется угостить, сделать им бутербродики. Слабо соленое взяли. Взяли белорыбицу, мне очень она нравится. Если и вам захотелось вкусных и полезных дальневосточных деликатесов, поспешите. Выставка «Икра и рыба камчатская» гостит в Соликамске в ЦУМе до 28 октября включительно. Порадуйте себя и своих родных. Евгения Лосева, Владимир Покровский. Наши новости.